Туризм в Кировске выходит на новый столичный уровень. Впервые о Хибинах и нашем горнолыжном курорте узнали в Москве на фестивале путешествий, который ежегодно проходит в международном аэропорту Шереметьево. Чтобы заявить о себе и рассказать о нашем заполярном крае и его красотах, команда, состоящая из представителей горнолыжного курорта Большой Вудьявр и аэропорта Хибины, отправилась в столицу. Фестиваль путешествий проходил в одном из терминалов международного аэропорта Шереметьево в юбилейный 5-й раз. В этот раз кругозор пассажиров расширяли 50 участников. Это маленькие и большие туристические фирмы, партнеры аэропорта из разных стран, рестораны, бары и авиакомпании. Целое созвездие услуг со всего мира. Фестиваль путешествий – это такая площадка, где пассажиры могут приехать и посмотреть весь мир в одном месте. То есть концепция фестиваля, идея фестиваля в том, чтобы человек мог познакомиться с культурой, попробовать еду разных стран и окунуться в атмосферу разных стран. В свой дебют представители хибинского туризма заняли самое удобное место. А с больших экранов гостей манили лучшие кадры северной природы, горнолыжного курорта и живописных баз отдыха Заполярья. Все, чем богаты Хибины и Кольский полуостров. Команда, представляющая на фестивале путешествий нашей Хибины, нашла самый короткий путь к сердцу потенциальных туристов. И это, конечно же, северные деликатесы, которыми можно удивить любого. Продуктами из зеленины, брусникой в сахаре, морсом по северному рецепту всех желающих угощал шеф-повар гостиницы «Северная». Напитки и варенье из уникальных хибинских ягод для многих пассажиров Шереметьева стали большим открытием. Скажите, очень пожалуйста, вкусно. Что вы сейчас пробуете? Брусника. Что такое Хибины? Ну, это горы. Хибины, ну, примерно представляю, где это. Первый раз попробовала. Очень вкусно. Теперь вы знаете, что такое Хибины? Теперь я знаю, я обязательно приеду именно в Хибины и попробую мороженое варенье. Девизом этой поездки стала фраза «Кто куда, а мы в Хибины», которая в виде надписи на сувенирной продукции разлетелась из Шереметьева в разные уголки страны и мира. Как видно, мы произвели большой фурор нашего стенда. Больше всего людей, каждую минуту улетает больше 50 рейсов. И о нас теперь знает, по моему мнению, знает вся страна.